Вам здоровья, удачи, чтобы у вас было все хорошо. Вопрос у меня такой сегодня был. Как вы спасались от жары в этом в июне? В этом июне, ну, в основном холодной водой и боготворящим кондиционером в нашей квартире. Ну, а сегодня, например, с друзьями были на пляже. Ну, прохладным ветром по вечерам, как еще спасаться? В основном острыми ощущениями от прохладного дующего ветра вечером на мотоцикле. Еще я говорил, задал вам вопрос. Если бы у вас была возможность, как в песне поется, на недельку до второго, куда вы поехали бы? На 7 дней. На 7 дней я бы, наверное, поехал в Норвегию. Сюда хотел съездить, в Норвегию, куда-нибудь на фьорды посмотреть, на всю эту красоту горную. Своим ходом или? Ну, своим ходом это было бы идеально. Попутно посмотреть другие страны, а так, скорее всего, как получится. Но желание съездить в Норвегию очень большое. Там селедка или что там еще? Самое главное селедка? Самое или... главное шпроты, наверное. Шпроты. Здоровья, удачи, чтобы ваша мечта сбылась. Как вам? Как вы переносите жару? Нормально. Если бы у вас была возможность, куда бы вы поехали бы на недельку? До второго. До второго, до третьего, до десятого? Это может, в Кирилловку поехал бы потихоньку там. И хватит, да? И хватит. Ну, они говорят, там же водоросли. В этом году, да, нормально. Нормально. Конечно. Спасибо большое, здоровья и удачи вам. И вам тоже взаимно. Добрый вам день. Как вы переносите жару, самое главное? Плохо. А как? Где вы прячетесь от нее? Ну, где? В лесу где? Я в лес хожу, вон находка. Я потом спожу в конце. А куда вы поехали на недельку до второго? Или до какого там уже? До 29-го, 28-го. Куда поехал бы? Да. Куда бы? На море. Черная, Азовская. Ну а куда? На Азовская, конечно. Черная закрыта. Спрашивал у мальчика, на каком ты море был? Я даже не мог угадать. Он сказал, на мертвом море был. Это по состоянию этого самого. Мужик говорил, если были бы у меня кошки, я поехал бы дальше. Ну да. Ваш любимый шахматист. Это я не могу пройти вопрос. Конечно. Фишер? А как ты ходишь? Я не пойму тебя. Вам здоровья, удачи с вас с фестивалем. Вы будете... А гитару почему вы не взяли? А мы слушаем гитару. Мы слушатели. А на поющий остров вы попадете? Обязательно. И на грушу пойдем. Я должен был попасть, но я проспал. Как вы проходите? Как вы переносите жару? Как она называется? Квас? Или что спасает? Компот. Компот. Абрикосы. Это здорово. Если бы у вас была неделя, куда бы вы поехали? Зенитик. Тоже неплохо. Там соленое озеро, мы обычно палаточку и там. Удачи вам, здоровья, я бегу. Хорошим днем. Вы загорели уже, обалдеть. А как вы переносите жару? Я прекрасно, я больше люблю жару, чем холод. Как по мне, так лучше, пускай будет постоянно плюс 28-30, чем будет 16-18 и ветер. Согласен. Если бы у вас была неделя, куда бы вы поехали? Где бы отдохнули? Хотел бы поехать бы в Эмираты, посмотреть, как там. У нас песка хватает, но такой жизни нет. Да. Обидно. Да. Песка у нас хватает, а умных людей не хватает. Там вот есть палатка, там есть дядя, зовут его Вирослав. Да. А в миру его зовут Иван Николаевич. Он такие вот, такие у него волоса, усатый, шляпа такая у него соломина. А вы его ни с кем не... Брыль, как он говорит. А? Брыль. Может быть. Может быть. Все, здоровья, извините, мы вам надоели. Не-не-не, спасибо.
с хорошим днем. Как вы переносите летнюю жару? У меня такой вопрос. Я такое делаю видео сейчас. Периодически то стараюсь зайти в тень, то, ну, вообще мне любая температура устраивает. Надо приспосабливаться к этой жаре, не обращать на нее внимания. Хорошее настроение прежде всего? Конечно, конечно. Как в песне там пелось, до недельку до второго, куда вы поехали бы на 7 дней? С 21 по 28, 9? На Мальдивы. Это где, на карте? Есть такое место? На карте есть. Я там был, кстати. Да? Да. А там же было цунами. Ну, я был тогда, когда его не было. Лучше не приезжать в то время, да? Не, ну цунами может быть везде, в любой момент. Поэтому там, где я был, нам повезло, было очень здорово. Вот, Индийский океан. Вы хотели бы вернуться на старое место? Нет, я буду искать новое место. Новое место. В какой вы регату вернулись? С Одессы? Вернулся с Одессы, Казацкий шлях регата была, Днепровская. Это круто. Казацкий шлях. А откуда она стартовала? И? С Днепра. Днепро, Одесса, Днепро. Это незабываемое впечатление. На масле. Ну я уже четвертый раз, кажется, по хит прошел. А как вы переносите жару в городе? Жару? Я не живу в месте. А красиво. А если бы у вас было 7 дней, куда бы вы поехали? На второго, как там в песне? Не, я пішов би на рибалку у себе, бо я не маю такої можливості. Просто, якщо було таких днів, що мені не треба нічого робити. Да? Я залишився до себе і побачив щось навколо себе спочатку. Как ви переносите? Вас, звісно, з хорошим днем, з фестивалем. Как вы переносите жару? Да как-то спокойно, скажем так. Ну, водички много пью, а так все нормально. Если бы у вас было 7 дней, куда бы поехали? Я бы был у себя в мастерской. И никуда не поменяете? Нет. Ни Швейцария? Там мне все рядом, все понятно. Крыша сверху покрыта пенопластом, и у меня не жарко, поэтому и с жирой нормально можно справляться, ну где-то так. Не меняем родину. Родину? Ну, я имею в виду родное место. Да, да, быстрее так, да. Я думаю, что вы так сказали насчет энергии, и мне как-то не дошло предложить вам восполнить ее.